Вот. Собаку где? Что? Смотрите, опять приколы. Собака легко, легко даже, видите, помещается. Так, друзья, ну где-то сантиметров 6, да, лед? Ну вот сантиметров 6, да. 6 сантиметров. Ну и здесь этим пальцем показывать, у кого больше, у кого меньше. Оно намерят не пальцем, другим, да, ложиться на лед. Носом. Уже там сидит уже человек 5-6, наверное. Вот все время идет. Я еще подтекачу. Вот, вот. Мужа набили, да. По баяну все. По баяну набили. Понятно. Здравствуйте. 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 Все, еще не приступали или уже? Не, еще. Только приехали. Только приехали. А вы? Который только приехал. А вы тут были? Пацаны вчера были. И что? Щурята попадались хорошие, окуни хорошие. О, на что? Сказали на мормышку, я хуй. Если... Как на мормышку щуку можно выйти? Очень просто. Не первый раз. Я просто боюсь, что 0,1 ветка перегрызет и все. Ну. Интересно, как засел. Да. Ну, нам люди говорят, что вообще тут ничего не было. Мы стоим и вот они туда побежали. Не знаю, постараться... Вчера приехали пацаны. Я бы хрен сегодня приехал. Я сам видел. Все, вопрос закрыт. А мы не знаем, мы думаем, начинать или нет. Не, начинать по-любому надо, раз уже приехали. Так, вот раз еще новая удочка. Ну, лячка. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уверенно идете, да, знаете место? Конечно. Ну вот, классно. Что будете ловить? Рыбу. А? Охуя. На что? На удочку. Мормышка. Мормышка? И мотыль. На удочку, Николай. Мормышка и мотыль. Вот вам удочка. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Ну, с наступающим, то же с Новым годом. Да, да, с Новым годом. Вот вам удочка. Ага. Вот вам кивчик. Вот это эстетик. Вот вам мурмышечка. Мурмышечка. Подарочная. Подарочная, Александр подарил. Боже мой. Лично и особисто. Это что получается? Новогодний подарок такой? Старо-новогодний подарок? Я отрабатывал. Да, отрабатывал, здрасте, ага. Я не понял, Николай. У меня все. И еще заказ был желтый именно. Ага. Базар был такой. Или... Не, это Сан Саныч протрынделся. Мы 7 числа у него немножко локализировались. Говорит, у меня этих мурмышек как на одном месте блок. Давай, говорю. Ага. А я говорю, хорошо, покупать не буду. И, когда, и когда я пришел отбирать, он начал говорить, ой, не так много. Такого не было. Не, я, конечно, трындец. Нормально. Такого не было. Я ему сказал, у нас мормышек хватит на тот сезон. Но, если у нас есть возможность приобрести новый, значит, мы приобретем. Значит, мы в магазине все для клёва. Ага. Посмотрим на это дело. Да, правильно. Тут надо глянуть, какие они. Сан Саныч тут вот на своей удочке приширячил лишнее кольцо. Так. Я вот не понимаю зачем, потому что вот когда мы делаем вот такую вещь, вот это ж кончик. Да. Ну да. А вот это вот, значит, за счет этого вытаскиваем. Ага. Получается, что... Ну правильно. Нафига там кольцо? Да мне надо кольцо. У Александра Александровича там кольцо. Ну, может мы неправильно, лично может, мы ошибаемся. Особо, крайне аккуратно сделал, практически как в магазине. Вы сейчас на него взглянете, и вы поймете, насколько чувак повозился. Бинокулярную лупу одевал для того, чтобы вот это... Оделался. Ну да, в специальных... Посмотрите, у него кольцо, он вот тут ага. Сам сейчас приделал. Сейчас покажу. Как можно на такой тонком такое кольцо Александр, поделать? При желании можно все сделать. Вот сделал. Так. Поставил колечко. И что? Вот колечко, вот это. Да. И что? И что, когда ну, ты... Ну вот ставишь? Оно у тебя, вот что у тебя, то же самое угол. Дело не в угле. Дело в том, что нагрузки вот так вот идет сразу на вот эту маму. Хорошо, Александр, я вот так вот буду вытягивать. Ну, как бы да, если так вытягивать, то но да. Но мне более комфортно, когда... А если тащить и не бояться, то как бы вот так интереснее, как на меня. Ага. Жизнь нас рассудит. Ну, я вот, честно сказать, был... А как вы сделали это колечко сюда? Вот примандячим. Вот этими руками. Вот этими золотыми руками? Да, у меня есть специальные лотовицы, я в Норвегии приобрел. Хороший лак и хорошая нить. И все. Сделал с нержавеечки. Колечко? И я решил сделать так, потому что мне так более комфортно. А мне нет. Мне Тарасович вот человек ленивый. Нет, я не ленивый. И потом он скажет, я просто думаю, сделайте, пожалуйста, мне такое колечко. Я просто думаю о том, что завод-производитель
не идиот. А я думаю, что они просто обленились. И они раз и придумали так, как надо придумать. Вот так вот. Это, мне кажется, правильно. Ну, Тарасыч, ну вы же не вытаскиваете ее перпендикулярно. Вы же все равно... Роли не играет. То есть, когда я вытаскиваю так, 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 я нифига не боюсь. Сан Саныча надо немножечко побаиваться, потому что если он где-то перегиб, на этом месте может быть перелом. Сан Саныч никогда не побаивается, он всегда... Ну... Вот у меня отец, который занимался, то все от отца еще остались. Все свинцовое. Ну, свинец, да. Так. Паяное. А вот современное. Хотя не сильно, они, конечно, свежие. Ну, тоже. Имеется в наличии. Ага. За неимением имения. Ну так как. Не, ну это классно. Это гамакацу. Не, есть насадочные. Есть насадочные, без насадочные. Ну, у нас есть товарищ, который вот покажет нам новый товар. Угу. И мы надеемся, и там мы надеемся тоже приобрести. Что-то выбрать. Ну правильно. Много кстати, не кстати надо. Много под этим не видео надо. Десяточек взять надо две. Чтобы под этим видео будет ссылочка. Кто на мормышечки. Кто вам сказал, что, допустим, это вот. Достаточно. Одной таблетки. У вас есть коробочка, да? Да, в Николаевиче коробочка. Коробочка есть. Чем тоньше леска, тем больше узлов. Тем больше раз пробрасываем. Запихиваем в дырочку обратно. В дырочку. Делаем себе. Мочим слюну, как обычно. Негигиенично, пардон. И затягиваем вот так только. Хэк. И оно затянулось. Наличие ножниц обязательно. Главное не перегрызть вот это. Она должна стать под определенным у нас углом. Где-то 45 там, градусов она должна стоять по любасику. Вот таким вот образом. Просто какая тут толщина? 45 градусов. Лесочка 0,1. А ну подожди. 45 градусов, видите? Да, 45 градусов вижу. Вот так вот. Вот сюда вы насаживаете мотылика. Чик-чик-чик. И все. И вперед. Да, отвешиваете свою маму. Видите как? Хочу вот так, допустим. Тогда вам видненько, вы себе делаете. Оп. Ки-ки-ки-ки-ки-ки. Дно. Дно. И посмотрим. Ну, короче, это короче, все это просто наживное. Как угол дома. Ну что, польный вперед? А что с мягким знаком? Машинально. Да? Машинально, потому что это. О. Ну что, Сан Саныч, как у вас? Как обычно. Как обычно? Как обычно. Все. На манеже одни и те же. Пока без ничего. У Тарасовича вот был один там якобы сход. Но. Ага. О, надо подойти к нему. Да, узнать. Подойдите, узнаете. У меня пока нет ничего. Так, Тарасыч, говорят, у вас был один сход. Обрывчик обрезало. Не да? Знаю что. Ага. Вот так раз, 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 раз. И где-то на такой высоте завис. Ну-ка, хоп. Ага. И нифига. Короче, что, мормышечку поменял. Да? Да. Откусила полностью леску? Как ножичком, да, вроде бы. Так аккуратно срезала, что даже видно красиво, как. Нету, знаете, как мы перекусываем, леска приплюснута. Это как ножичком обрезано, аккуратненько очень, хорошо. Ага. Ладно. Красивенько. У всех остальных такая же картина. Балалайка, короче. Пока у всех балалайка. Пока все ловят на балалайку. На что ловят, то и получают. Ладно. Да, народ, короче, прибывает и прибывает. Ребята, добрый день. YouTube канал «Все для клёва». Расскажите, пожалуйста. Ничего. На что ловите? Да вот поделитесь. Думаем, выпить 100 грамм или не выпить? Не, ну это... Ну а как? В честь Нового года, да? Ну да. Подскажите. Она еще спит. Спит еще. На что ловите? На все. На все. На ничего. Он самый хитрый, ловит на 3 крючка, на 4. И нифига в него не клюет. Да? Да, да, он самый хитрый тут из нас. Ну а у вас что-то ловится? Ну вот, по крайней мере, 3 раза щука срезала мормышку. Да? Да. Ребят, YouTube канал «Все для клёва».
Расскажите. Расскажите, на что ловите? Кого? Чего? А как? Мы еще только приехали, не знаю. Будем пробовать на мотыля ловить. На мотыля, да? Да, ну. На мормышку. Ага. Прикармливайте. Да. Пробуем. Что, решили тараничку проводить? Да, какая-то прикормка, холодная вода, будем пробовать. Правда, пахнет клубникой. Угу. Может? Может, вот окунка половим. Ютуб канал «Все для клёва». Клёво, когда всем клёво. Клёво, когда всем клёво, да. Что, как успехи? На жерлице пока две. Две щучки? Да, тишина. Ага. Ну, вчера было веселее, но она начала где-то ближе к часу. Прямо. Ближе к часу, да? Да. Покажете щучку? Да, вон ящик лежит. Одна мелкая, но захватила, не выкусишь, а одна такая более длинная. Ага. Пожарлицы молчат, вчера стреляли. И что вчера как вообще? Ну, штук 8. Ты, хорошо. Большие? Ну, такая полкило, 700. Угу. Погодка хоть радует. Почем брали? Живец. Живца? По 2,50. Видишь, уже. По 2,50, да? Вот. Одна такая. Ага. Видимо, кто-то покрупнее ее лупанул. Ага. Понятно. То есть, получается, на жерлице эффективнее ловить? Ну, стоят себе, смотришь, ложок стрельнул, побежал, а так ходишь себе, ищешь, выискиваешь. Ну, пока не активная. Пока расставлял, 3 сработки было, и все. Ага. И ждем. Понятно. Ну, жерлиц такой уже, я смотрю, бедный. Да, да. Подгулявший уже, да? Да, со вчера. Тих уже можно кошелков. 3 штуки осталось. Так, а на балансир что говорите? На балансир вчера. Можно посмотреть? Да. Вот именно на этот. 3 взял. 3 щучки, да? Да. Угу. А что с окунем? Упираюсь в щуку. Угу. Ребята там на мормышке вроде таскают. Вот там, да? Да. Вот такой вроде. Пока не зачетный. Не зачетный. Да. Ютуб канал «Все для клёва». Хочется же узнать, как у вас успехи. На что ловите? На мотыля. На мотыля, да? На опарыша. Плохой клёв. Плохой, да? Да. Ну, вообще, хоть какие-то были потуги? Что-то клевало? Ну, что-то было. А показать можете? О, о, хорошенький конёчек. Ну, и на что, именно на мотыля или на, да, или на опарыша? Тут все вместе, я опарыш и мотыль. Покажите, как вы там мотыля прицепили. О! Вон, друзья, 2 опарыша. Ага. 2 опарыша и мотыль. И мотыльчик такой. Ага. Понятненько. Спасибо большое. Да нет. Добрый день. Добрый день. Ютуб канал «Все для клёва». Да, здравствуйте. Как у вас там что-то есть? Какие-то успехи? А ну-ка. Ух ты ты! Друзья, ну вот, вот. Результат есть, оказывается. На поплавочек закинули еще, но она не идет что-то. Это сейчас на мотыля? На мотыля, да. Ну-ка. Покажите, пожалуйста. Опа. Тихо. Поймался? Не, нормально сейчас. Вот так вот. Мотылечек. Угу. На мормышечку. На мормышечку. Спасибо. Есть серебряные, есть золотые, есть красные. Ну, это серебряная. Да, это серебряная получается. Друзья, на серебряную мормышку с мотылем окуня есть. Довольно-таки приличные варианты. Вот, друзья, видите, тут еще маленькие есть рыболовы. Приветствую. Ютуб канал «Все для клёва». Расскажите. Ага, прикормили место макухой, да? Ничего, рыбы нету. Рыбы нет? Рыбки нету сегодня. Угу. Так что будем без рыбы сегодня. Да ладно. Такой балансирчик у вас прикольный. Ну, вот он, щучка. Угу.
Добрый день. YouTube канал «Все для клёва». Да, покажите, класс. Пожалуйста, можно посмотреть? Силиконовый. А, силиконовый, да? Да, да. Ага. YouTube канал. Да, «Все для клёва». Ясно, посмотрим, надо посмотреть. Посмотрите. Как у вас сегодня? Ну, честно, полчаса как приехали. Ага. Пока глухо, блин, вообще. Пока глухо, да? Да. Добрый день. YouTube канал «Все для клёва». Расскажете? Да. На что ловите? На бутыля. И как, куда? Успешно? Нет. Пока тишина? Да, так, такого матросика. Ага. Это что, блядь? Нема кабанов. Нема. А на что? На мотыля, да? Мотыль, да. Понятно. У вас тоже пока есть? Или что-то есть все-таки? Нет, голяк. Голяк? Да, пока, да. Понятно. Добрый день, YouTube канал «Все для клёва». Расскажите? Что рассказать? Ну, на что ловите? Друзья первый раз вытащили, вон у него спрашивают. Да? Ладно. Сейчас он шарит, он шарит. Сенсей. Сенсей. Здрасте. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, для YouTube канала. О, так вы тоже снимаете, да? Да, бывает. Да? Ага. YouTube канал «Все для клёва». Расскажите, ага. На что ловите? На мотыля. Покажите? Пожалуйста. Серебряная мормышка, да? Да, вольфрамовая. Вольфрамовая, да? Ага. Ага. Пока ничего не поймали. Вот товарищ одного окунька мелкого и все. Въехали недавно, не клюет, пить не будем. Это правильно. Хорошо, спасибо. Для YouTube канала «Судя клево», расскажите, пожалуйста, на что ловите? Я на блесну. На блесну? Не ловлю. А что не ловите? Пока дергают только. А, только дергайте? Не клюет. Опа. Палка. Палка. Добрый день. Доброе утро. Да, здрасте. Для YouTube канала «Судя клево», расскажите, на что ловите? На блесенку. Вышел отдохнуть на свежий воздух. Вот смотрите, сейчас будет поклевочка. А ну. Ну вы знаете, как рыба видеокамеру не любит. Да не, у нас вроде любит. Да? Да. Подождите-то чуть. Подождем. О, видели? Да. Все, все. Еще. Поклевочка была, да, да, да. Повторяю. Во. И рыбу показать. Друзья, ну вот он. Вот он окушок, смотрите. На блесенку. Какой-то купил, видел. Ну бьет, видать, верхний крючочек, потому что на второй ставить, ага. Как ассист. Ага. Вот и главное, знаете что? А. Чтобы никто не догадался, где ловлю. Чтобы все думали там, все там. Ага, вот это, вот такие мелочи. Ну, это кошки. Для кошки, да? Удовольствие получить все-таки, знаете. Угу. Хватит щук ловить, да, окуней нормальных. Вот так вот. Оказывается, надо уметь. Без всякого мотыля. Если удача. Покажи рычка. Мы не заморили, да? Катаем червячка. Травите червячка, да? Замаривайте, понятно. Ага, живец есть, да? Живой, хороший. Жерлицы стоят. Все для рыбы. Все, чтобы только клевало, да? И что, клюет что-то? Вот бутерброды точно. Понял. Ага. Завтра. Сначала сами, потом рыбу, да? Угу. Ладненько, удачи вам, все хорошо. Надо проверять не стражок, а саму мормышку в домашних условиях. Да? Да. Ну, чтобы имитировала... Как она играет. Малька, как она играет. Угу. И вы проверяли? Ну, эту именно проверили. Можно мне глянуть? Называется нимфа. Нимфа. Ну, чтобы зрители канала увидели ее. Если можно. Так, друзья, давайте посмотрим на нимфу эту. Вот такая вот нимфа. Угу. Спасибо. Вы даже без этого самого? Ни опарыша, ни мотыля, ничего, да? Да, это без мотылка. Ага. Яком. Вот здесь вот обводной канальчик. Да,
если уже гепнет, то оттуда ничего не достанет. Херня. Польная херня. Да. Понял? У нас дышит. Маленький, да, ледик? Никакой. Давайте руку. Да не, нормально. Я же вижу. Так а там мы, как мы этот канал перейдем, блядь? Тут же канал прорыв. А значит, нам было там вот выезжать? Они там где-то на подошке заходят. Мы так не заходят, если такое лет, что мама не горит. Ну, вон, ходили же, смотрите, посередине. Следы. Вон следы, Тарасыч, вон с этого горба. Вот, видите, вот проходили сюда, вот. Конечно. Или подымали. Там какие-то два рахитных следика, вы видите? Ну и что? Ну, значит, надо ехать туда. В ту сторону переходить. Объезжать надо оттуда. Ну, давайте объедем, что. Да ну, вперед! Да, я боюсь, надо знать, где зайти. Да вот там он заходит, оно заходит, вон, давайте. Вот, ну, вот смотри. Вот там такой лед, что мы два раза тюрки берегом. Вот заходит. Айда. Ну, нормальный лед. Все, зашел я, красиво. Глубина сантиметров 50. Канадцы. Вот это да, у нас 2-0. Аргентина и Майка. Друзья, это просто что-то. Вы видите, что делает Сан-Сан? Посмотрите на этого чемпиона. Все, уже объела нам отель. Сейчас будем на безосадочную улететь. Это же просто монстр, блин. Я просто боюсь их брать в руки. Так, раз еще нахвастайтесь. О. Красавчик, друзья, красавчик. Ну, все уже. Подождите, уже. Я хочу выпустить. Чик-чик-чик, в лунку еле влез. Ну, лунка под этого окуня, вы же видели. Ну да. Специальная. Ну все, Тарасыч тоже. Отметился. Да, распочинился. Осталась моя. Оп, очередь. Эх ты, гад. Что, была поклевочка? Конечно. Чик. Ложись туда, маленькая такая мурмышечка. Черная, Александр, на черную ловлю. А? Свинцовая? Не. Вольфрам? Конечно. Что за вид? Все, пошла. Раз, в упорчик. Эх, опа. Хорош. Я не могу с этой лунки ловить с утра до вечера. По-моему, это он же. Я его сейчас понравилось. Отпущу. Говорят, нельзя в лунку. Уводит стаю. А ну пусть это уводит. Ну это раз еще поймать еще одну. Показать вам. Да. Показательную ловлю сделать. Вот видите, большая лунка, аж палец влез. Так. Большой этот вот влез. Опустили на дно. И пару раз делаем. Упс. Не берет. Все, отливался. Тут такого окуня, оказывается, еще найти. Эх, а вы есть. Говорите. Это ж был поклевище. Да. Видели? И вот за этим мы ехали за 50 километров. Як таке ловить, таку то нічого поймає. А це вам що, балалайка? О! Тончайше ловить. Тот же, Тарасич. Да, тот же. Какой там тот же? На метку поставили. Рожа ж не порватая. Мы его в эту лунку выпустим. Эх, в эту не влазит, га. Майонезная баночка, это круто, конечно. О, смотрите, опа. Наконец-то и меня. Окунище, окуневич.
О. Не абы якого розміру. Та да. Ділку ми не брали, а тут не сходили бачити. Так що, друзья, і я розпочинився. Акунєвич, то що надо. Недаром приїхали за 50 кілометрів, да? Це не риба. Это да. О. Второй. Это не серьезно, как в этом фильме. 330 каждому. То же самое, что и у нас? Вот такие? Да. Вот такие? А, там и такого нема. И такого нема? Крупно. Да? Для котика, для котика. Это даже для котика я бы пустил, потому что хай росте. Хай росте? Конечно. Вот Тарас еще у нас гуманный доктор. А ну как это можно вот такое брать? Да правильно, правильно. Даже котику. Ну что, не... Сан Саныч, давай червонец. Новый керосинка покупать будем. Иди купайся, вот она твоя стихия, давай. И не берет гнида. Сейчас. Выше, выше, выше. Ай, хорошо. Да просто подержите ее. Так как же его подержать? Вы думаете, что он возьмет на подержать? Да. Нет. Это активная рыба. Ну, о, поклёв, ну, хорошо. Аж теперь надо подождать, Николаевич, аж теперь надо подождать, пусть зажрал. Должен. Какой он здоровый. Красавчех. Ага. Да, Тарасыч очередной раз завалил мощагу. О, хорошенький. Угу. Открываем ему по щеку. О, это даже схавал этого вот. Мотыля? Мотылика. Давай дырочку пробивай сам себе. Красавчик. Это палка офигенная, что не серьезно? Свежий воздух, серьезно. Прекрасное настроение. Серьезные люди, сейчас лодки рыбим, вообще будет хорошо. Что, друзья, приехали мы на Теплодаровское водохранилище. Смотрим, тут тоже рыбаки есть. Поэтому попробуем и здесь что-то половить. Ютуб канал «Все для клёва». Подскажите, на что ловите? На мотыля. На мотыля? Да. И как? Чё? Что-то есть? Да. Что? Карася. Ух ты! Ребята, так тут карася немерено. На мотыля, да? Да. Добрый день. Ютуб канал «Все для клёва». Да? Да. Что-то ловите? На пенопласт, Николай. Да. Карасиков люди поймали. Ну, отлично. Да, супер. Что за канал? Все для клёва. Ищите в интернете. Да, в интернете. Бачили? Бачили? Бачили вас. Ну, бачите, хорошо. Вот вы уже и попали. Да, все. Вы на ютубе. Вы на червя или на что? На цель. На парыш? На парыш. Ну, карась это уже приятно. Ну как карась? Наверное. Да, меньше даже. А, ты ж вы, по-моему, выступали. Не, я не. А может вот, тоже Николаевич. Да, да, и вон тоже он. Николаевич выступает. На Днестри. Да. Мы за ним ходим, как бы вам сказать. Мы водим, может, мы не забудем. Водим, чтобы не заблудился. Показываем, где рыбу ловит. Ну все, Тарасыч начинает. Вот это вот дрочильник, пробелёдик называется. Я хотел еще взять. Две утки сразу бей. Три. Рядом. И еще один шаровик стоит. Для себя, ты будешь две блики красить. Я буду четыре. А, четыре. Что мне две? Ну, лед хороший. А я тебе говорил, кинь ледоруб. А ты, Саша, сказал, помнишь, что ты мне сказал?
не для YouTube канала. А я сказал, что надо физически развиваться, потому что ты совсем охерел. Вот так ты пару лунок пробьешь, да. Прилив крови сразу. Да, бодрячок, бодрячок. Он мне сказал, зачем это надо, чтобы вы понимали, без матюков. Вы же спортсмены, я не прошу. Ты же говорит, сука, у нас спортсмен. Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек. Эх, хвост, чешуя. Так что, может быть, зимние прикормочки замешаем? Давай, братуха. А у тебя есть пошло? Конечно. Посредине Теводаровского лимана мы еще не обедали, да? Не бухали, да. Это точно. Так. Где мы только не бухали? И в Америке мы не бухали, и в Канаде мы не бухали. Короче, еще куча мест, да? А? Куча куда мест, где мы еще куда не надо поехать и бухануть. В Китае мы не бухали. Ухти, ухти, нифига не клюет. А у вас лодки нет? Лодка. Лодка есть. И лодка у него есть. И лодка у него есть, и вилка у него есть. Все есть. На гуль там. Я режу цибульку, Саня. У меня гречка. О, с мясом. Это традиционно. Ну, давай, иди, иди, как это? Да не. Это вам так кажется. Человек и одно мясо. Мясо, это ж хорошо. Александр Васильевич, салат для пасе. Потом ще там кто-то кого пасе. Марите ля пасе, француз. Оба, нифига, ты видишь? Да. Сплошные вот эти вот, как они называются? Я еще видел. Удовольствие. Полезность. Слушай, у меня не влазит. Ох, нихера себе, у тебя курочка. О, с грибами. Курочка моя. Ножка моя, потому что я проводник. А там хлеб. Ну, наливай. Поговорим. Хоть ты сам. Потому что следующий день. Да. Здравствуйте, у меня опять цветы оборваны. О, вы опять порвали дома алоэ. О, не хлебы ты вообще пей, прикольный. Ну, будьте здоровы. За успех безнадежного дела. Аллилуйя. Да. Карасики небольшие, но есть. Да, было чуть-чуть больше. Чуть больше, да? Не клюет? Не прикажешь. И не прикажешь. Да. Сан Саныча такая модная. Удилище такое модное. Мудилище. Мудилище. Красно-революционное. Тарас сидит тоже. Занимается непонятно чем. Да-да-да, Николай, это вот вы такой звук издали. Очень похоже на то, чем я занимаюсь. А чего вы не посыпаете прикормочку? Саня хочет кушать, пусть ест. Можно далеко видеть. Ребята, у Тарасыча карась. Первый. Ну? Первый сзади. Карац. Карасем. Круто назвать. Что-нибудь не порыть. Ну так смотрите, с ладошку, елки-палки. Ладошку маленькой девочки. На мою не поместил. Красавец. Я ничего не трогал, он сам приехал. Там, где я сидел, трогал вообще. Но он на дне лежал или приподнят его? На дне. На дне прямо? Прямо на дне. Так, ну что, что мы хотим сказать в конце, Тарасыч? В конце ничего не хочу сказать. Рыбалка была плодотворная. Плодотворная. Щука, карась, окунь. Окунь был отборный. Отборный, отборнейший. Да, да, да. Если бы это было... Водка была ничего, Финляндия приличная водка, я вам скажу. Да? Да. Гречка хорошая. Весело проведенное время, в счет жизни не входит, да? Да, да, да. Кстати, мы еще приобщили одного товарища.
зимней рыбалки. Да. Друзья, я, честно говоря, первый раз на зимней рыбалке. И сегодня у меня был первый окунь. Он будет полностью пятером. Да. В хорошем термобелье. Мормышками авторскими. В термотрусах. Порадуют нас авторскими мормышками. И мы... Да, друзья. Хотим в стране угля. Ну, хоть мелкого, но много. Угорька, да? Вообще всегда нужно быть оптимистом. Рыбалка это дело такое, это вот. Состояние души. Рыба нам, рыба, они судя по последним рыбалкам, постоянный оптимизм. Без рыбы, да? Не больше. Мы всегда при рыбе, кстати. Да, как бы рыбы. Что мы, голодные на рыбе? Да. В рыбе были. Что, нам жрать нечего, Лиша? Вообще один палец только не воняет. И тот указательный. Я считаю, что сейчас в данной ситуации, вообще нужно уже больше деревьев. По возможности отпускать как можно чаще и побольше. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Да. Всем удачи, всего хорошего. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клёва. Мы прощаемся. До следующей встречи на рыбалке, да? Да, да. Начинаем ехать домой. Все, счастливо, пока. Главное, что никто не провалил. Ага.